Югорчане могут поздравить с Днем защитника Отечества земляков, участвующих в специальной военной операции. В округе продолжается акция «Посылка из дома». Уже удалось собрать почти 3 тонны груза. Присоединились и жители Нижневартовского района. Так, например, в Ахтиурии 2 коробки с продуктами готовы к отправке. Уже начала пополняться следующая. Напомню, акция продлится в Югре до 8 февраля. Все это время в пунктах сбора будут принимать провизию, предметы личной гигиены, одежду и поздравительные открытки. Они будут переданы югорчанам в воинские части до 23 февраля. Как каждая мама, как каждая там сестра или дочь хотят подсластить любое застолье. Поэтому брали и конфеты, и печенье, и, конечно же, там все такие продукты, которые будут полезны и придадут им силу духа, почувствуют себя хоть на мгновение, но в своей домашней обстановке.